Лимон 30. Я, девушка, я не хочу никаких интервью давать. Мне потом весь город будет. А мы не будем вас фотографировать. Вы просто объясните. Один раз сняли, весь уже город. Так там же реклама. Не надо мне рекламу. Я просто удивляюсь, что вот уже декабрь, почти конец декабря, у вас сливы в продаже. Ну, вот привезли на Вовке, поэтому у нас. Я ж не выращиваю. А, то есть это где-то хранили и свежие сливы. Нет, это наша, украинская. Конечно, да, холодильник. Ясно. Я ж ее не выращиваю. Кого? Меня снимать не надо. Куриные? Я не Мичурин. Немножко там добавить. А с какого периода она подешевела, скажите? Ну вот, начало декабря. 18. Где-то неделю назад, да? Две недели. А вы не скажете, вот вы картошкой торгуете, может быть, вы знаете, такой феномен. Почему у нас в октябре картошку продавали по 25 гривен, а сейчас декабрь, и она по 13-14, шикарная картошка. Вы продавали нашу, это привезли. Ага. Так могли и в октябре привезти. Пошел урожай, там, не знаю, то есть это дело, да? А вы не подскажете, чьи это? Вон она я держу. То есть сейчас в основном турецкая, но я вижу, что много, потому что цена приемлемая для Нового года, да? Все точно, ясно. Куда? Сюда пойдем? Давай сюда. А нет, это... А такое сало почему? А что людей нету, покупателей, скажи? А вы у них спросите, что это нет? А сало? 60. Ой, смотри, пеленгаса сколько. Сейчас я дам.